Сегодня в 10 часов вечера Березняковская водоснабжающая компания отключит воду в Новожилово и в Суханово на улицах Радужная, Подлесная, Солнечная. В это время коммунальщики будут устранять течь по улице Новожилова, 10. Воду планируют дать в пятницу в 7 утра. В БВК извиняются за предоставленные неудобства и предупреждают, после работ воду необходимо кипятить в течение 3 дней.